ведущий Первого канала «Сообщу Араки». В разговоре с журналистами звезда «Первой кнопки» подтвердила свой диагноз, однако сдаваться популярный ведущий не намерен. Владимир Познер начал борьбу с онкологией в далеком 1993 году. Тогда специалисты поставили ему диагноз – опухоль предстательной железы. Врачи настояли на незамедлительной операции. Благодаря своевременной помощи медиков и поддержке близких Шумину удалось побороть недуг. Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать, всегда нужно бороться. Конечно, для этого нужны близкие люди, друзья, которые помогают тебе, но ты, главное, ты должен суметь себе сказать, нет, ни за что не сдамся, рассказывал впоследствии в интервью Владимир Познер. Недавно стало известно, что болезнь к звезде Первого канала вернулась. Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да я дважды перенес рак. Цитирует телеведущего Стархит. Однако сообщать какие-либо подробности он отказался. Публикация фотографий из Инстаграм. Я просто желаю вам никогда не испытать этого. Но уж если произойдет, то запомните, что самое плохое, что вы можете сделать, это сдаться, говорил шоумен в беседе с журналистами. Не так давно Владимир Познер стал участником движения «Вместе против рака». Также он задействован в инициативах по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Тогда телеведущий объяснил, человек публичный, имеющий определенную репутацию, вызывающий у людей доверие, реально может повлиять на ситуацию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Россияне пришли в ужас от изуродованной глюкозы. Появились сенсационные подробности о связи Зеленского с женой Порошенко. Мелания Трамп перестала спать с мужем. Джигарханян встретит Новый год с бывшей женой. Находчивый Путин ловко вышел из казусной ситуации. Видео. И многое другое.